распаковка штатива для кольцевого света. Обещанная длина штатива 2 метра. Попробуем выдвинуть остальные части. Задвигается и выдвигается первое колено. Сдвигается, выдвигается второе колено. Есть вариант установки. Такой. И наиболее устойчивый. Такой. Пожалуй, что наиболее устойчивый, когда шире всего основания. Хорошо, с этим ясно. Ножки со вставками, чтобы не царапать пол. Основание с резьбой. Фоторезьба. А сам светильник надевается сверху. Это основание не используется, вероятнее всего. Покупкой доволен. Всем спасибо.